Он умеет лучше других рисовать в твоей голове перспективы. Он загадочен и молчалив, и глаза его невозможно красивы. И когда он рядом с тобой в хорошем костюме и с большим пистолетом, вспомни судьбу всех девушек Бонда. Они тоже себя представляли Джульеттой. Но все девушки Бонда должны умереть, и любой режиссер знает об этом. Есть только один шанс спастись, вовремя выскочить из сюжета. В глазах его киноэкран, там отель Сан-Тропе и блестит Астин Мартин. Ах, какой авантюрный роман! Ты готова украсть и спутать все карты. И, конечно, он может спасти от всех прошлых ошибок и от ветра в кармане, от тоски твоей на руках унести прямо в рай, в крайнем случае в бутик-кармане. Но все девушки Бонда должны умереть, и любой режиссер знает об этом. Есть только один шанс спастись, вовремя выскочить из сюжета. Те, кто был у него до тебя, кто с ним вместе закончили спецшколу, ни слова лишнего не говоря, всегда одеваясь по протоколу. И они просыпались в слезах, пытались орать даже подраться изо всех своих сил, и авторских прав умоляли потом хотя бы просто расстаться. Но все девушки Бонда должны умереть, и любой режиссер знает об этом. Есть только один шанс спастись.